А я знаю, что мне Слава подарит. Шубу. Откуда ты знаешь? Это он тебе сказал? Нет, я смотрела у него в ноутбуке в запросах. Там везде шуба, 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 шуба. А тебе что подарит? Не знаю. Давай тоже посмотрим в ноутбуке. Ну ты чё? У него там тайны могут быть какие-то. Чё я буду лазить? Какие тайны могут быть у мужа от жены? Давай забьем золото. Давай. Золото недорого. Золото дешево. Золото в подарок. Цыганское золото. Золотые зубы переплавить. Позолота. Медная бижутерия. Он что, тебе хочет медные серьги подарить? Куда мне вторые-то? У меня от этих вон уши зеленые все. А я думала, ты болеешь. Слава, там такое красивое колье с зелеными камешками. Я как его просто примерила, еще красивее стало. Мне надо. Да. И сколько оно стоит? 60 тысяч. Сколько? Да ты что, ну это дорого очень. Ну давай это будет мне подарок на день рождения. И на 8 марта, и на Новый год. На который год? Мы уже до 2018-го дошли. Ну давай ты мне купишь колье, а я потом долго просить ничего не буду. Угу. Ну как с той сумочкой, помнишь? Да, сумочкой я помню. Когда мы на третьем этаже купили сумочку, потом спускались на первый туда, где обувь, и ты два этажа ничего не просила. Ну давай ты мне купишь колье, а я тебя с друзьями в баню отпущу. Нет, вот это точно не надо. В прошлый раз, когда ты меня отпустила в баню с друзьями, после бани мне пришлось купить тебе шубу, сумку и сапоги. Так что спасибо, не надо, я чистый.